Социологи утверждают, жители Молдовы только жалуются на свою жизнь, но ничего не делают, чтобы изменить ее. Именно. Жалоба – это одна из основных функций добиться справедливости. Но только не в Молдове. Кому жаловаться? Кому мы нужны со своими жалобами? Евросоюзу? Так и им чего только не нажаловались. И что? Ноль эмоций. Именно. Даже если с документами в руках. Главное, что мы за единую Европу. С нашими африканскими законами и божествами в виде правительства и парламента. А ведь когда-то было время, Совковым сейчас называется, нажаловался в Москву, приехали опричники, и чиновник пошел гулять без работы, а то и загремел на зону по решению суда. Было времечко, именно. Теперь другое время. Время беспросветной лжи. В судах, в банках, в магазинах, примарий всяких. Мы уже не жалуемся. Мы просто выживаем. Мы просто привыкли. И нам всем все равно. Изменить не изменим. Доказать не докажем. И социологам работы хватит. Ведь они тоже часть общества Молдовы. Именно.